который был бы снят в Якутии, это была моя особая мечта на протяжении всей моей творческой биографии, творческой карьеры. Потому что я сама родилась в Якутии, на Крайнем Севере, и вернуться туда для того, чтобы рассказать о людях, которые там живут, а вообще об этой земле, для меня это было всегда особенной мечтой. «Оттаявший мир» — это фильм, который получился из такой пробной, что ли, экспедиции, когда я только прилетела в Якутск, и мы смогли уехать с моими героями, с учеными, совсем недалеко от Якутска. Это центральная Якутия, центральный Улус. Герой в этом фильме делится как бы на две группы таких больших. Это ученые, которые следуют мерзлоту, процессы, которые происходят в ней. И вторая группа замечательная – это люди, обычные местные жители, которые, вот, собственно, делятся с нами своими горестями, рассказами о том, как же им живется в этом оттаявшем мире. Настоящая катастрофа, когда у тебя уходит земля из-под ног, да, твой дом превращается в корабль, можно сказать, уходит в это болото, разрушаются пастбища, разрушаются пашни, разрушаются дороги. И сейчас, когда уже фильм выложен в YouTube, приходят такие отзывы о том, что люди, даже живущие в Якутии, городские жители, что они не знают о том, что есть такая проблема. Когда я видела своими глазами, как это выглядит и как это тает, но это невероятное зрелище. Вообще, меня очень вдохновляло, конечно, само это явление «вечная мерзлота», что она, оказывается, не вечная. И, собственно, отсюда пришла мысль более масштабного проекта, который называется «Невечная мерзлота», более сложный и в съемках, потому что мы отправились в большие экспедиции по уже северным районам Якутии. Это уже и по географии более широко, да, и по, ну что ли, проникновению в эту тему. Здесь мы посмотрели уже на это более образно, что ли, то есть мерзлота как образ. Я хочу пригласить всех зрителей к просмотру нашего нового фильма «Оттаявший мир». Жизнь в Якутии, жизнь на вечной мерзлоте – это некий мир, который вы откроете для себя. И узнаете много нового о том, что такое вечная мерзлота, как живут люди на ней, как они выживают, и как ученые помогают нам понять, что же происходит с нашим миром, с новым миром.